Так, ну вот еще немножко своих. Так, ну это мы уже об этих палочках говорили. Еще у меня есть анчестусы. Многие интересуются ими, тоже спрашивают. Так, когда они вырастают, у них такие большие красивые черные крылья. Но у меня пока взрослых нету. Вот, у меня очень много пока вот маленьких. Ну, по 2-3 месяца примерно такого вот возраста они. Вот так вот я вам сейчас на видео покажу, как они выглядят. Питаются, в общем, говорю, практически все виды у меня питаются. Малина, ежевика, свежая или мороженая, зимой веники дуба или березы. Вот все совершенно одинаково. Вот. Но для этого вида, конечно, контейнер я выбираю вот такой. Вот я сейчас готовлю, мой убираюсь вот высокий, потому что им, так как у них крылья, нужно все-таки много места и высоту, чтобы хорошо крылышки расправить и полинять. Вот. Ну тут анчес тут кушает малинку. Вот уже видно, что крылышки. В природе у них, конечно, самец и самка. У самца такие красивые белые крылья. Вот, но в неволе только самки. Вот, у всех у них будут черные крылья. Здесь вот еще пока крылышек не видно. Птерлин тут у меня перебежал. Вот самец красивый такой. Здесь вот у меня две самочки. Главное, одна потемнее, а другая посветлее. Тоже очень интересные. Прям такие деревяшки-палочки. Тоже очень интересные, красивые. Но мы пока еще все об анчестусах.